Специальный показ программы «Год спустя» устроили для ветеранов Ханты-Мансийска. Это первая подобная встреча после года ковидных ограничений. Мы всегда уделяли большое внимание организации культурного досуга населения старшего возраста. Но, к сожалению, вот эта ситуация разлучила нас на целый год. Оттого, наверное, будет теплой встреча. Спустя год мы представим лучшие номера, которые смогли подготовить за небольшой период времени. Концертную программу увидели жители города, ветераны сфер образования, социальной поддержки и спорта. Для них это важный момент, ведь период ограничений получился сложным. Конечно, это для вот моего возраста, наверное, для всех людей. Период очень тяжелый был, непривычно, значит, сидеть и мало там двигаться и так далее. И когда вот разрешили, какая-то радость в душе, да еще бы сейчас сегодня на концерт, потому что я правнука даже привела сюда. Спустя год на сцене КДЦ «Октябрь» выступили вокальные ансамбли и хореографические коллективы.